Нестор Иванович Махно вошел в нашу историю, историю Украины, России, вот этого вот большого пространства, которое он, кстати, не очень делил границами, как наиболее, пожалуй, успешный практик анархистского движения, анархистского повстанческого движения. Он возглавил многотысячную армию во времена Гражданской войны, и эта армия сражалась под черными флагами анархии. Более успешным был, пожалуй, только опыт анархистского движения в Испании, где анархисты даже в правительство входили и контролировали очень большие территории и производства. Махно не очень повезло, так сказать, с базой его движения. Он контролировал не какие-то промышленные районы, которые могли бы предоставить его руки там, современную технику. Но, тем не менее, район, в котором он родился и в котором он пригодился, это район Гуляйполе, это Приазовье, восточная часть современной Украины. Это район непростой. Здесь было очень развитое сельское хозяйство, и даже в небольших городках были промышленные предприятия. И вот юный Махно, он работал на заводе, он был рабочим, хотя вокруг была крестьянская среда, но Гуляйполе было очень крупное село с промышленными предприятиями. И здесь он заинтересовался радикальным политическим движением, потому что это времена революции 5-го года, когда затрещали опоры самодержавия. Жизнь была достаточно тяжелой, и вот какой-то попытаться найти резкий выход из этого положения, радикальный выход, это тогда был, как сейчас бы сказали, тренд. Махно присоединяется к подпольной террористической группе анархистов, где узнают и азы анархизма. Всю жизнь, услышав тогда о Бакунине, Кропоткине, он себя считал анархо-коммунистом бакунинско-кропоткинского толка, видимо, не очень понимая различия во взглядах этих двух теоретиков. Но Махно был практиком, Махно был человеком действия. Первый раз он, что называется, попал не в те руки, потому что террористическая борьба редко ведет к тем результатам, которые задумываются, и бросая бомбы в самодержавие, анархию не построишь. Это требует все-таки сложной конструктивной работы. Махно бомб не бросал, но из пистолета, видимо, стрелял. Он был приговорен к смертной казни, но ему повезло. Дело в том, что он родился в 1888 году, а родители записали его на год позже, для того, чтобы он позже ушел в армию, если что. И в итоге он оказался как бы малолетним, и смертный приговор был заменен. Вот так ему очень крупно повезло первый раз, а то мы ни о каком Махно не слышали, и, может быть, не было бы самого этого движения уникального в истории. Его освободила с каторги Февральская революция. Он вернулся на родину, Гуляйполе, как мученик, страдалец за дело народное, то есть человек очень популярный. Но оказалось, что он может эту популярность и поддерживать. Он был очень хороший оратор, когда говорил именно со своей крестьянской средой. Когда мы читаем его тексты, его воспоминания, здесь, конечно, видна очень, ну, скажем так, недостаточная грамотность. Владение пером – это не его сильная сторона. Но он хорошо, как ни странно, владел словом и разбирался в военном искусстве, что тоже удивительно. Знаете, вот есть такая шутка Марка Твена, что в раю самым великим полководцем считается сапожник из Канзаса, но он ни разу не попал на войну, поэтому о нем не знает никто другой. Махно оказался именно таким сапожником из Канзаса. Он вошел в историю не только как анархист, ну, анархистов много в истории, но как талантливейший полководец, который во время гражданской войны на равных, а иногда и показал себя более сильным полководцем, сталкиваясь с очень известными именами, которые я тоже упомяну. Но пока Махно возглавил совет крестьянский, профсоюз, кстати, сохранились профсоюзные протоколы с его подписью. Профсоюзная деятельность у него была такая немножко робин-гудовская, он собрал в атагу своих друзей вооруженных, приходил к капиталистам и говорил, ну что, договариваться будем с рабочим классом? И капиталисты шли, естественно, на уступки, потому что опасно было перечить такому профсоюзному лидеру. Но вскоре развернулись драматичные события революции, немецкой оккупации, Махно сначала вынужден был бежать, путешествовал по России в 18 году, с его слов встречался с Лениным и Кропоткиным, и я склонен в данном случае ему верить, потому что его воспоминания содержат такие детали, которые вряд ли бы он мог узнать вот так сходу. То есть вообще выглядит его воспоминание в этой части очень достоверно. Но большевики в любом случае с ним встречались, потому что с их помощью он, получив подложные документы, вернулся в оккупированную немцами Украину, в свои родные места. Там существовал марионеточный режим гетмана Скоропадского. Махно начал против него партизанскую войну и действовал очень успешно. Вот сапожник из Канзаса оказался на войне. Это оказалась его стихия, потому что он был не только решителен, но очень рассудителен. Хотя мог иногда очень сильно рискнуть, в частности, когда он ушел из села Дебривки, это первая его победа такая громкая, которая принесла ему славу в районе. Он ушел из села Дебривки, где его хорошо встречали, туда пришел карательный отряд австрийский, ну, австро-венгерский, и местные немцы, и начали экзекуцию за то, что крестьяне хорошо встречали повстанцев. И Махно ворвался в самый центр села, когда немцы этого совершенно не ждали, и как Наполеон расставил пулеметы, Наполеон пушки в аналогичной ситуации вдоль улиц, открыл шквальный огонь, разбежался батальон, а у Махно было человек 30. Эту историю мы знаем со слов Махно, но она подтверждается и его атаманом Щусем, который вот в этот момент поверил в него. И вообще вся ситуация показывает, что популярность Махно внезапно возросла в этот период, так что эти его воспоминания можно считать вполне достоверными. Несмотря на то, что борьба шла с переменным успехом, но как только немцы ушли с Украины, Махно сразу получил под контроль очень обширный район. Он стал крупным, по существу, политиком, потому что с одной стороны напирали белые, с другой стороны подходили красные, и нужно было как-то определяться. Петлюровцы тоже двигались. С петлюровцами он столкнулся в Екатеринославе. Эта история получила освещение в кинематографе благодаря Толстому, его хождению по мукам. Там вот как раз эти бои за Екатеринослав показаны. Махно иногда рисуется, конечно, тут карикатурно, но тем не менее его армия взяла крупный город в сотрудничестве с большевистскими отрядами. Ну, тут союзники, так сказать, переругались, как это часто бывает, петлюровцы воспользовались, Махно пришлось отойти. Но, тем не менее, когда в район вышла Красная Армия в начале 19-го года, Махно предпочел союз с большевиками. Почему? Потому что, с одной стороны, у них очень близкие идеи. Так сказать, по формулировкам и те, и другие за коммунизм, и те, и другие за Советы, за советскую власть. Но Махно не сразу заметил, хотя он утверждает, что уже вот в диалоге с Лениным чувствовалась эта проблема, что власть Советов и советская власть – это разные вещи. Махно выступал за власть Советов. Он организовал вольные советы. Крестьяне самоорганизуются, как хотят. Дают ему солдат в армию, он занимается обороной района и не руководит. Он не диктатор этого района. Руководите сами, собирайте съезды. Избирался временный орган, военно-революционный совет, который, ну, был по существу гражданской властью, таким вот временным парламентом. И крестьяне были предоставлены сами себе, что им, конечно, в условиях гражданской войны было очень выгодно, потому что рядом и продразверстка, и поборы белых. Эта политика крестьянам нравилась. Они поддерживали Махно и, так сказать, очень долго поддерживали Махно в его рискованной достаточно борьбе. С другой стороны, красные тоже терпели Махно, потому что он наступал, и наступал он стремительно. Он взял Бердянск, Мариуполь, Волноваха, знакомые места, бои шли в районе Волновахи, вот сейчас эти места снова гремят, правда, немножко с другой стороны. И пока дела у Махно шли хорошо, большевики терпели, а когда фронт стабилизировался, они попытались его сначала приручить, сделать из него образцового красного командира, который будет четко подчиняться приказаниям. Но Махно сказал, что он будет защищать вот это самоуправление в районе. Тогда конфликт обострился, и большевистское руководство во главе с Троцким не нашло ничего лучше, чем нанести удар по махновской бригаде, которая выросла в этот момент уже в армию, насчитавшую десятки тысяч людей. То есть для бригады это, конечно, было очень крупное формирование, но все никак не повышали Махно в звании, потому что он такой неправильный, он за эту свободу, самоуправление. Удар по нему они нанесли тогда, когда началось наступление Деникина. И большевики совершенно не рассчитали, что сейчас-то Махно нужно, наоборот, помогать, потому что он же держит фронт. В итоге фронт развалился, развалился и в этом месте, и в других местах, где Махно никак уж не был виноват в этих вопросах. Махно отбивался от белых до середины июня 19 года, но, узнав, что уже выписан приказ на его арест, и по существу это означало верный расстрел, Махно ушел партизанить сначала в тыл красным, причем сначала просто ушел, но когда красные расстреляли нескольких его соратников, включая, кстати, присланного ими же начальника штаба Озерова, но тут уже Махно ожесточился и развернул против красных серьезную борьбу. Однако вскоре эта территория оказалась под контролем белых. Махно развернулся, под Перегоновкой нанес сокрушительный удар по белым, прорвался в самые тылы вот этой Деникинской территории, то есть в центре вот этого Деникинского яблока, которое расширялось и напирало на Москву, оказалось чревоточено, очень значительный по размерам Махновский район. Махно захватил Екатеринослав, это крупный город. На этой территории он снова установил вот эту систему вольных советов, свободного обмена между трудящимися тем, что они могут произвести, никакой продразверстки, вот эти вот поборы отрицались. Повстанцев кормили крестьяне. Почему кормили? Потому что повстанческие полки были привязаны к определенным деревням. То есть это по существу были свои родственники, там, дети. Естественно, что армия Махно снабжалась очень неплохо. Плюс в его руках оказался крупный, даже два крупных города, еще Александровск. Время от времени он брал под контроль побережье, там тоже крупные портовые центры. Так что махновская армия, в общем, снабжалась достаточно неплохо. Даже денег было столько, что даже была введена система социального обеспечения. То есть бедным давали деньги просто по их просьбе на веру. Ну, деньги, правда, советские, потому что на более надежные деникинские деньги закупалось оружие. И вот эта вот система существовала, и, конечно, она очень серьезно облегчила положение красных, потому что, когда наступали деникинские войска на Москву, Антону Ивановичу приходилось отряжать на борьбу против Махно и Шкуру, ну, отдельные части, Слащева специально, вот того самого знаменитого Слащева, он специально был направлен на борьбу с Махно, но борьба эта была не очень успешной, пока махновцы не заболели, почти вся армия, тифом во главе с командующим. То есть вот тиф победил Махно на какое-то время, и когда пришли красные, Махно был просто болен. Красные решили не церемониться, была разработана операция по уничтожению махновской армии под предлогом того, что нужно было всех погрузить в эшелоны для борьбы с поляками и по дороге разоружить. Но Махно на это не купился, и через некоторое время, в ответ на новый указ, декрет о том, что он враг советской власти, снова развернул партизанскую войну. Здесь отметился потрясающими по длительности рейдами, там, сотни километров, с захватами многих городов Украины, там, Старобельск, другие, Изюм, в общем, ходил он вот по этим вот местам. И в конце концов красные поняли, что нужно с ним снова заключить союз. В 20 году был заключен союз против Врангеля, махновцы приняли участие в разгроме Врангеля, но как только Врангель был разбит, красные снова напали на Махно, он снова ушел и довольно эффективно партизанил вплоть до весны 21 года, когда новая экономическая политика по существу примирила крестьян с большевистским режимом. Поняв, что победить не удастся, Махно прорвался через очень, естественно, крупные силы красных, которые за ним охотились, прорвался в Румынию и долгое время жил в эмиграции, активно участвуя в полемике анархистских группировок, выступил даже как теоретик, ну не очень, на мой взгляд, сильный теоретик, но все-таки его вместе с Аршиновым платформа, так называемая, прогремела в анархистских кругах. Последние факты его жизни – это напутствие испанским анархистам, которые всего через 2 года после смерти Махно, Махно умер в 1934 году, подняли знамя анархизма, черно-красное знамя над Испанией, и они чтили Махно так же, как чтили его анархисты, эмигранты в России. И затем, как сегодня, я думаю, уже многие в нашей стране считают Махно не каким-нибудь бандитом, а серьезной, достаточно фигурой, сложной фигурой нашей совместной с Украиной истории.